Легкий пар с печи сетки. Это миф или реальность? Досмотрите ролик до конца, и вы поймете, с печи сетки какого типа пар самый вкусный. Казалось бы, печь-сетка, огромная масса камней, но сетка сетки рознь. И специально для вас мы определили 5 типов печей-сеток, которые представлены на российском рынке. Первый тип – классическая печь-сетка с открытой каменкой. Яркий пример – это хорошо всем знакомая печь-легенда от компании Везувий. Огромная масса камней, часть из которых укладывается вокруг коллектора дымосборника, именно эта часть является самой термонагруженной и отдает тепло камням для получения пара. Камни в таких печах подогреваются до температур 250-300 градусов, иногда и больше, но это если уж топить печь в режиме бешеного истопника. На каменку таких печей вода подается очень эффектно, но пар выходит в виде легкого тумана. Следующий тип печей – это печи, которые имитируют закрытую каменку. На обычную топку устанавливается короб, который представляет собой некий термос. Опять же, яркий пример – это печь «Ураган» от компании «Везувий», в коробе которой камни прогреваются до температур уже в 400 градусов. А вот дальше мы переходим к печам с внутренней каменкой. Не путайте это понятие с закрытой каменкой. Это те печи, часть стенок каменки которой контактирует с газопламенной средой. Например, печь «Астон». В старших модификациях там даже две каменки, расположенные одна над другой. Для того, чтобы максимально повысить эффективность парообразования, в таких печах используют паровые пушки, которые доставляют воду в самые разогретые части каменки. Подпишись на канал Фарнаксфилм, здесь мы публикуем очень интересные материалы с монтажей, в том числе и печей сеток. Уверен, что вы заметили, что мы продвигаемся с усложнением конструкции. Так и есть. Печи с закрытой внутренней каменкой выдают просто отменный пар. Камни в таких печах находятся в закрытом объеме, то есть каменка закрыта со всех сторон. И есть лишь одно или два отверстия для выхода пара, ну естественно для подачи воды в каменку. Ох! Но лучший враг хорошего. На рынке появляются все более продвинутые печи, в том числе печи-сетки с внутренней закрытой каменкой. Это те печи, у которых каменка целиком помещена в газопламенную среду. Например, «Атмосфера» от компании «Прометалл». И, конечно же, это печи «Черная жемчужина» от компании «ТМФ». В этих печах мало того, что сами камни прогреваются до высоких температур, но и стенки каменки также являются отличным теплоаккумулятором. У «Атмосферы» это нержавеющая сталь, а у «ТМФ» чугун. Кстати, от камней тоже зависит очень многое. У нас на канале есть отличный ролик, в котором мы рассказываем, для каких конкретно случаев подойдет тот или иной камень. Итак, чем выше температура в каменке, тем легче получается пар. И в совокупности с огромной массой камней, которые загружаются в печи сетки, эти печи являются, пожалуй, идеальным решением для микроклимата настоящей русской бани. Печи сетки любого внешнего вида, любой мощности и на любой кошелек вы можете найти в магазинах сети Фарнакс и на сайте farnax.ru. У нас же вы можете для своей банной печи приобрести качественный дымоход и, конечно же, камни. Напишите нам в комментариях, какая печь сетка вам нравится больше всего и почему. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Легкого вам пара. Счастливо!